Блять, у меня, короче, два или три карнача. И они, походу, с кем-то файтятся. Я так и не пойму. Ну мы. Блять, они на меня бегут. Три. Четыре, блять. В лес, забегай, нахуй. Мы в торпе. Я в вашу сторону бегу. Они за мной бегут. Ты за три. Ты за три укуса убиваешь, карна. Стамины посидели. Ну в лес, уходи в лес. А ты недалеко или далеко? Ты реку уже перешел? Да, я возле вас тут. Давай, давай. А, я слышу. Карна сейчас слышу. Только тебе только аккуратно. Ой-ой, класс. Ой, да господи, это 4 карнача, блядь, на 3 сабрексов ты рофлишь. Да, они вас это не увидели. Ты ему сразу, блядь, третий экран хуяришь, блядь, с укуса. Понимаешь, как им стрёмно будет сейчас? Понимаешь, он пропускает первый и второй, он такой, а где первый и второй экран? Не понимаю, блядь, сразу третий. 5 штук, блядь. Да нормально. Хуйня. Ой, вообще близко. Пешком давай, стаминка. Вообще, если ты на нас их поведешь, мы можем на них... Да не, я закусываю. Да, в лес вообще, они все застрянуты. Я закусываю за всеми прям. Они с блюдом все. Да. Закусываешься? С экранами, блядь. Они все с экранами. Ебать, ты нахуй. Бежим. Бежим. Охуенно было. Ой, у меня 2 капли уже, слышь. Ты херово. Блин, надо уходить, блядь. Ну ты, конечно, на поляне, наверное, не будешь дерешься, блядь. Ты черный? Сейчас поменяешься, будет прикол. Для них такой хуяк. Ой, у меня третий экран. Блядь, давай ко мне быстрее, мне стамина ноль, я легко бегаю. Так и мы бежим, на меня беги, еще откуда ты несешься, блядь. Пятером. Я вытипу, ты понимаешь, в чем прикол? А я тебе что говорил? В лес иди. Нет, я с ними закусываюсь, блядь. Сейчас будет минус собрать, нахуй. Давай, садись. Хотя не садись, иди пешком. Иди дальше. Блядь, давай. Сиди, я дальше выйду сейчас. Я вот тут где-то сяду, только дальше пройдите. Дальше, близко, дальше, не пойди. Близко. А сколько у меня бледа? А, 6 херня. Смотри, только елка сядь. 6 это много. Много? Для сабика, да. Ну да, это 2 капли, конечно. Но это уже не хуёво так. Один же. Он сел. Там один с четвертым экраном или с третьим, там 2 или 3 штуки таких. Тихо. Вон, прямо, видишь? Блять, надо было не толпой не выбегать. Слышишь? Надо было толпой не выбегать. Да нормально. Вижу второго. Они с бредом все там. Ой, плохо, одному еще один раз удам укус. Что это? Осторожно. Ложись. Ой, хорош. Что ли? Он не укусил меня. Еще один минус. Мы уже сколько забрали? 3, 2? Наверное. 3. Что кричишь, блядь? Неся. Свидание. Он, кстати, меня не укусил, когда я сквозь меня пробегал. Главное, чтобы... Ты в елках, надеюсь, ловит? Или на поляне, блядь? Пиздец, ну нахуй. Я не дойду, ты что прокалываешь, но я третий экран, я вытеку. Третий экран дойдешь, третий, он долго, чё, ты на четвертом еще, блядь, я секунд 20 идешь. Уйди. Давай. Какая елка? Уйди в елки, блядь, идешь, нахуй. Да вот, блядь, возле меня ёлка гора. Иди в березы вообще туда, в березы. Или вон туда, да. Когда четвертый тикнет, блядь, ты еще секунд 15 можешь бежать. С блядом 3 капли. Съебались, нахуй, карма. Походу, да, обосрались. Это агэшники? Это агэшники? Да, тут я. Не, агэшники так не играют на карте, ша. Так хуёво. А, вон слева где-то. Он регенится, я ему уксил, он не фуловый. Да, там 2 или 3. Кого? Карна уксил его. О, не фуловый был. Нет, он меня не попал. А я убил одного. Он регенился. Он быстро стоит. Короче, кроешь Ллойда, я пойду посмотрю, где они. А, да. Давай. Двое уже минус. Один сзади меня где-то на горе лежит. Вот он, давай, на горе прям. Давай я сейчас хотя бы плит откину. Бурим. Давай, ладно, возвращаюсь. Сверху карма.
черный, он не фуловый. Угу. Ну ему больно, блять, с укуса одного ну, твоего. Сабик, он где-то 80%. Ты ему, блядь, половину хп въебал, блядь, сразу. Подкасал ему, въебал, блядь, конечно, он охуел. А как он, блядь, отреагировал, блядь? Стой. Ютка на камень запрыгнула, подожди. Ага, вижу. Уже мы, давай. Давай. Сейчас. А на спринте. Окружаем. Все, не давай. А, все. Все на спринте? Петух, блядь, где ты? Не даем выйти. Давай, короче, я порез. Давай. Иди сюда, петух, встань между. А, не, останься. Все. Я сейчас заплыву, я сейчас поднимусь туда. Ладно, на спринте будет. Хороший. Прыгнул. Мне кажется, будет хавать потом, мне не бегает вообще. Я сейчас Рекса залетает фуловый, блядь. Слышишь, а Долта не фуловый, да, получается? Слышите, вы где на похож не на фулового. Где вы лазите? Чтоб я ему сказал, куда идти. Мы на близнецах. Сейчас все будет. Не успеешь. Да куда он мне стартанул, ты шо прокаутишь, что ли, Лен? Прям на меня выбежал, еб твою. А чё вы не сказали, что на меня бежит? Жуик на тебя бежит. Вот два парнича. О, всё, минус, блядь. Убил? Два раза укусил. А, два. А долго. А, ну всё, выйти сейчас. Беги за ним, просто беги за ним. Жуика убил. Мы идём к тебе. Мне стамины мало уж. Жалко. Ё-мо, мне еще раз пролагало. А, это велик появился. Но это был. Да, но велик это был тут. Второй пролаг, а первый. Шо, блядь, точит уже нахуй такой, блядь. Догоняйте. Кого? Я стою. Короче, смотри, есть одна фуловая книга, но суть такая, она... Я не знаю, где я говорю, типа, подходи к близнецам, такой, нет, тебе ж надо, иди. Я такой говорю, пошел к другим гигам в книжке, они, короче, мелочь, еще мелочь. Не, я могу в итоге... А куда идти к нему? Сел, видишь? Да. Да, Оригенин, блядь, конечно, ему хуёво пиздец. А чего вы не бежите? Стамины нет? Так, смысл мне сейчас его бежать, я стамину потратишься. А у него блит, блядь, ему надо поднять просто. Мы даем ему 15, блин, да, 15-30, это ну, 2 укуса. Блин, я тебе хочу сказать, насчет второго укуса не уверен, но укусил 2 раза. Вот с один точно, и второй туда же был, но прошел или не прошел, не знаю. Ну если 2, то это 30, блин, да, и у него это... Ну, у него 1,5 капли. То есть, возможно, 2, конечно, но, скорее всего, 1. У меня пятка. Скажи, Сабик Рексом, Саб Рексом будешь драться? Я говорю, Кики, типа, Саб, я Саб Рекс, соло. Я же тебя вывезу, такой, ну, что ли, порт. Так куда приходить? Порт. Ого. Порт, а, в порт? Ёб твою мать. Я могу Алику поспрашивать. Порт далеко. Так он сюда побежал, вы видите? Ты левее возьми, он наверху, наверху. Да, вон он по горе идет. Ты его левее возьми. Я... Он явно уже не убежит. Ну пешком иди просто, да. А чё он встал-то, стоит? Пишет.
Бежишь на него, он походу по таймеру выходит. Блять. Застрял. О. Нихуя я тут, блядь, не сломался. Он сейчас сломается сам. Смотри, не умри за ним. Ну если не шифтанет. О, если шифтанет. Бежал на дечупа. Ну он пытается, чтобы я сломался, короче. Бля, не такие убрали, что-то. Бублик, давай. Он на меня смотрит. Да, ну, вижу. Товарищи, Алекс, короче, боятся меня в соло, типа. Могу к стене заскочить. Полетел нахуй всего. О, минус нога у пацана. Сейчас потихонечку спустимся. Куда нам торопиться, блин? Кто у вас там пойдет? Да его вы за карты сейчас, короче, бегали. Карна, он карна. Он пытался забайти нас, чтобы мы не сломали. В итоге сам сломал. Почти такой же, как у него. Хочет меня сломать. Да, да, да. Давай, давай, давай. Мой мальчик. Да не убивай ты его. Да пусть давай порвем немного. Смотри, даже не по пощаде не молит. Куда? Будешь кусать меня, ты? Давай, давай, кусай. Ну пожрём хотя бы. Давай, давай. Он... А, у него бледа уже нету, смотри. Давай обнови. Ну ты не обновишь, ты убьёшь его. О, да ладно. А, значит это один укус сделал. Смотри, Да он тупой, блядь, не может выйти из группы, я ему написал уже как, блядь, выйти. Вовремя. Кому? Борисону? Ой, задел, да? Да-да-да. Да, господи, херня. Чего, оставим его, может, было? Ну, аккуратнее, он здесь потом подняться одно дело, а спуститься другое. Я как-то один раз поднялся на такую горку, а спуститься не смог, умер. Пролетел. Надо на спринте спускаться. А, да, пытается, смотри, нас затащить. Ну все, кончай с ним. Вправо только разворачивайся. Ну,